Травмированную туристку эвакуировали с Шумака спасатели. Группа туристов из Ленинградской области в составе 5 человек совершала горное путешествие в районе шумакских источников в Восточных Саянах. При спуске с перевала на одном из притоков реки Шумак одна из участниц похода упала с 15-метровой высоты, получив серьезную травму ноги и множественные ушибы. Сегодня утром на место происшествия из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с 5 спасателями на борту. Приземлиться в месте нахождения группы из-за особенностей местности вертолет не смог. Спасатели 1.5 часа пешком поднимались до травмированной женщины. На месте они оказали пострадавшей первую помощь. Еще 3.5 часа занял спуск с высоты 1800 метров до вертолета. Женщину несли в специальных носилках спасатели и неравнодушные туристы, которые поднялись на турбазу «Шумак», чтобы оказать помощь в эвакуации туристки. В настоящее время туристку в состоянии средней степени тяжести передали врачам скорой медицинской помощи в Иркутске.